О, тихо, 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 тихо. Выбрался. Выбрался кое-как. Ты куда? Боже, мои нервы. Всем море приветов, друзья, и гости моего канала. Всем позитива, Нептун здесь. И рубрики сегодня прикольные игры. Значит, будем играть в Climb with Wheelbarrow. То есть... подняться с тачкой. Подняться, видимо, куда-то наверх, по горам, по всяким препятствиям миновать. А, то, что может меня уронить или уронить мою тачку. Главная задача — это просто подняться выше. Выше, выше и выше с тачки под рукой. Игрушка новенькая вышла в Steam вот-вот недавно, будем это дело проверять. Погнали! А, тут, кстати, есть русский язык, это очень круто. А еще есть табличка лидеров, но меня там пока нет. Рискнем, давайте. Тебе было дано нелегкое задание. Отвести кирпичи на самый верх как можно быстрее. Старайся не терять их. Короче, понятно. А... это я. Приветик. Мне нужно еще за время все сделать. Давайте хоть посмотрим карту. Так. О, я теряю кирпичи. А, то есть все, я проиграл. Понятно. R это респаун. А че он не работает? Давайте заново. Так, старайся не терять их, ведь каждый кирпич отнимает 7 секунд. От затраченного времени улучшает конечный... улучшит конечный? Чё-то не понял, погоди. Мне нужно, наоборот, их ронять? Нажми R, чтобы вернуться... А, R это типа к точке. Так, и чё? Ползи. А, на Shift типа ускорение. А? Давай! Чувак! Я упал. Ладно, R. Don't worry, everybody. Типа, не переживай, каждый, да, с каждым бывает. Типа того. Типа такого достижения я только что получил. Охренеть. Нужно, короче, еще и камеру желательно вращать, чтобы колесо четко походило, ну, подъезжало на доску. Боже, это не так-то просто. А-а-а! Так, 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 так. Управление такое, блин, нестандартное. Теперь что, бочки? Вы чего, гора... А, назад. Назад. Тихо, вперед. Давай, разгоняйся. Нет, надо, видимо, столько части сделать. Вот, 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 вот. Да, получилось, тихо. Так, теперь. Блин, не вижу. Ни хрена не вижу. Вот так. Вот так более-менее. То есть мне нужно по тоненькой палочке заехать. Че, смеетесь, что ли? Во. Боже, это было нереально. Хардкорно. И че? Подожди. Я, походу, для чего упаду? Нет. Нет, я не хочу падать. Это было очень непросто. Я заехал на дерево. Ах ты, зараза. Сначала начал. Ну а чё, я там застрял. Блин, это непросто. Время. Высота. 2 метра. 1 метр. Врум-врум-врум-врум-врум. Так. Так, теперь вот сделаем вот так. О, другое дело. Видите, уже на опыте-то лучше получается. Так, тут нужно с разгоном. Блин, тут управление такое дебильное. Опа, 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 вот здесь. Самое муторное, да? Давай, давай. Давай на... И что? И что теперь делать? Я могу на задний как-то получше сдать, нет? Блин... Да фак. Черт, не получилось. Эх! Вот все бы ничего, но тачку. Тачку, блин, ведет иногда. То есть он не может тупо прямо по ней ехать. Здрасте, приехали опять. А, давай, 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 почти, почти. Ну почти же. Жопа горит. Давай, давай.
Да ты издеваешься, ну почти ж получилось, а ты твою ж мать. А, не хочу падать, не хочу падать, не хочу падать. Но придется, блин. Давай, опа, получилось, вау. Так, тихо, гребаное управление. Тут какие-то качели, вау, тихо. Там точка сейва есть. Давай. Да, я... Нажми shift, чтобы поднажать, я понял, тут можно типа ускорение делать. Стулья какие? Почему это стулья? Откуда здесь гребаные стулья? Так, ладно. Поднажал. Так, тихо. Гребаные ящики. Так, получил достижение 1000. Походу, делал 1000 очков мне. Я типа заработал, да? О, тихо, назад, тихо, здесь аккуратно. Нет, я, конечно, все понимаю, но откуда здесь гребаные светофоры? Камера, алло, камера. Спасибо, что услышали меня. Да ты что, издеваешься? Так, тихо. Опа. Твою ж мать. Блин, прикольная игрушка. Так, сейф. Точка. А, тихо. Точка сейва. По стульям, по горам, по лесам мы идем с тачки наверх, уничтожая наши нервы на клет. О, получилось. Я взял гребаную эту хрень, но типа, походило, я сейчас буду падать, нет? Или не буду? Я держусь, значит, отчаянно цепляюсь за жизнь. Отчаянно за дощечку. Полетели. Так. Рестарт. Черт. Что? Солнышко напекло мне голову? Ты что, прикалываешься, что ли? Какое, блин, солнышко напекло голову? Как потом играть-то дальше-то? Ему, видите ли, голову солнышко напекло. Да, боже. Тихо, стойте нормально, езжайте так. Да ты что, издеваешься? Тут гребаная спинка, по спинке езжай, по спинке. Бам! Так, понятно. Ему голову, видите, напекло. И чё? А мне-то как? Мне-то этого не легче. Что голову-то напекло, видите ли. Так, тихо. О, 2000 очков получил. Даже достижение дали. Так, идем по... Чё это, типа заборчик? Заборчику. Так, теперь по очень-очень узенькому заборчику. Давайте. Нет! Ух ты, твою мать! Ладно. По узенькому заборчику. Это, подожди, это куда я? Эй, да ты не так. А чё ты жопой-то вперёд-то встал, а, чувак? Не хочешь мне объяснить? Зашибись, я застрял. Так. Рестарт? Нет! А-а-а, это не тот рестарт, это полностью сначала. Нет! Ну, привет, заборчик. Мы снова встретились. Ну, то есть, было непросто мне опять переиграть гребаный уровень. Так, тихо, не, да не в ту. Нет, так. Ты куда провалился, ты, твою мать? На пролом, короче, пойду. Черт, ну тут на шесте ничего не сделаешь. Эх, беда. Ох, так, забор. Давай, мы с тобой друзья, мы друг друга не любим, но давай, нам нужно всего лишь пройти чуть-чуть, тихо. Стой, это что, весла что ли? Откуда весла здесь? Вообще, куда я тащу эти гребаные кирпичи? У меня их почти не осталось. Я, походу, делался все растерял. О боже, чем мы тут занимаемся? Где чекпоинт? Я иду по табуреткам, понимаете? Чекпоинт рядом, это должно меня, по идее, успокаивать. Так, давай. Опа, тихо, разворачиваемся, аккуратно. Никого не смущает, что наш герой тупо по воздуху ходит? Есть, я взял чекпоинт. Теперь будем по граблям. По граблям, тихо, окей. По крышам домиков каких-то маленьких. Теперь по забору. Ну, теперь давайте опять по ящику. По двери. По боковой стороне. Так, по дощечке. Опа, так, тихо, по еще одной дощечке. Тихо, достижение хочу уже. Во, дали, 3000. Потом после игры я еще прочекаю свои достижения. Сколько там у меня получилось?
Так, чекпоинт я взял. Идем все выше и выше, выше и выше. Навстречу победе. Навстречу граблям всяким нехорошим. Так, тихо. Холодильник. Холодильник. Карл. По какому-то Макару я... Тихо. По какому-то Макару еще и по холодильнику успел пройтись. 4000 очков дали. Так, тихо, табуретка. Далее. Стремянка. Стиралка. Еще один чекпоинт. Тихо, не падай. Фух, осталось немножко, друзья, давайте. Я должен это сделать. Блин, прикольная игра. Всем советую, кстати. То есть, потренировать нервишки-то. Вот здесь будет проблемно, видите? Лезть под углом. Да, видите, круто. Так, ладно, переигрываем. Это проблемно... А, там еще и эти платформы, которые вертятся на, ну, вокруг своей оси. Очень круто. Прям вот, вот шедеврально. И как вот это вот не проходить? Кто-нибудь можете объяснить? Нет, 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 назад, 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 назад. Да куда ж ты? Все, плевать. Я вот здесь буду стоять. Припаркуюсь и все. Так, тихо, 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 тихо. Говорю, тихо, тихо. Тут нужно с весла, короче, на кручающуюся доску попасть. Вот типа того. Только я как-то не очень... не очень удачно. Может, у меня вытолкни меня? О, чекпоинт давай возьмем. Так чекпоинт, вон он, буквально за ней. Давай! Черт, чувак, возьми чекпоинт. Позязи, прошу тебя, возьми его. Давай. О, тихо. Выбрался. Выбрался кое-как. Ты куда? Боже, мои нервы. На скорости. Еще и достижения дали, круто. Так, тихо. Поехали. Во, во. Это другой разговор. Конечно, я все кирпичи уже растерял и как бы уже по идее не ковырял. Нет, что это за гребаная спираль? Мне нравится эта тупая спираль. Тут, короче, я понял, дело в физике. И прикол в том, что, друзья, что главная деталь здесь колесико, а не человек или тачка. А именно колесико, вот на него так смотреть. И все остальное вообще плевать, что там, где там, что там, где там. Что такое, почему я не могу заехать? The fuck? Мы не могу доехать. Снимите мне кто-нибудь. Чё за... Блин, гребаный бутылочная спираль. Нужно четко по черенку этого знака ехать. Да, это, видимо, меня куда-то закрутило, завертело. Так что аккуратно здесь тоже желательно. По черенку. Да по черенку, чувак. Я уже почти наверху, почти. Почти, вон там сейф наверху есть. И тут был сейф рядом, буквально, но не дотянул. Так, может как-то задним по хитрости вылезти, нет? Нет, 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 видимо нет. Так, Нептун, давай, не проворгань свое счастье, ты уже почти наверху. Сейчас берем чекпоинт, взяли чекпоинт. Так, тут нужно типа с разбегу, я понял. Опа, пум-пум-пум, тихо-тихо-тихо. С ящика не слазим, идем по ручке наверх. Так, это грабельки. Давай. По чашкам, по чашкам. Блин, тяжело. Так, ладно, ладно. Трамплин, я понял. Бум. Анжелика Варум. Тихо, 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 тихо. На чашке, говорю. Тихо, тихо, тихо. Фух. Так, теперь очень непростое испытание. Труба, которая имеет свойство, блин, быть круглой. И типа, я могу с ней упасть. Тихо. Так. А, нет, 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 нет. Ну, куда ж ты тебя потащил? Фак. Совсем чуть-чуть-то осталось, по идее. Все, совсем изи-изи осталось. Ого, понятно. Да ты куда ж тебя так твоему тянет-то? Гребаная труба, вот мы и... Встретились опять на тропе войны. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не торопись, Нептун, по зязи не надо. Хема затащим. Труба, она очень вредная, нехорошая.
Ладно, шучу, труба хорошая труба. Она крепкая, она меня держит идеально. Тихо, 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 тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. Кто придумал эти гребаные воротнички или что это? Тихо. О боже. Чекпоинт. Где? Чекпоинт. Вон он. Он недалеко. Главное, здесь вот не накосячить. О боже. О боже, 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 боже. О боже. Еще такая музыка играет, типа тра-ля-ля, позитив, а мне нифига не весело, я весь сжался, я почти дошел до финала, а там все дальше какие-то жердочки маленькие. Че за фа? Какие жердочки? Вы что, прикалываетесь? Я не подписывался на такое дерьмо. Жердочки, видите ли, там лежат, маленькие. Сшибись. Как я должен, по-вашему, проходить все это дело? Так, ладно, заборчик это фигня. Красный конь. Да куда тебя? О, его, короче, перевешивает. Там вон лифт какой-то. Вот лифт мне нужен. Да, лифт мне нужен. Так, все, не перевешивайся, забор, позязь. Тихо. Да куда? Не в ту сторону. Не в ту сторону. Ну хотя бы так. Так, ладно. Так, тихо, тихо, тихо. О, так. Бись. Чё там за... Чё там... Чё это такое? Погоди. 7 тысяч. Я понял. Это круто. Чё это за... Чё за хлебкие... Хлебкие дощечки? Вы чё? Прикалываетесь? Чё за грёбаные хлебкие дощечки? О боже, 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 боже. Боже, 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 боже. Это какие-то эти, что ли? Типа качели? Ай, поворачивай. Так. Главное не упасть. Прошел ты немало. А, куда, 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 твою мать? Ты можешь забраться, нет? Нет. Ай, голове мешает, хрень. Голове мешает. Да лесенка. О боже. Я в жизни больше не буду работать на какой-то стройке и что-то там таскать. Ох ты, твою мать. Бутылки, ладно, спасибо. За это. Кто бы ты ни был, какой-нибудь добрый алкаш, который разбросал здесь бутылки, которые помогают мне в итоге пройти. Грабелька, грабелька, грабелька. Так. Чекпоинт я взял. Че, на лифт пойдем? Не представляете, это будни работника, блин, подъемщика на тачке. Работник, который таскает постоянно кирпичи наверх. Это жесть, учитывая, что я все кирпичи уже растерял по дороге. А у меня уже паранойя, смотрите, у меня уже приступ эпилепсии, я уже дергаюсь. В такую игру поиграешь, ты еще не то, блин, заработаешь себе. Да? О, лужаечка, неужели? Неужели это выход? Нет, спасение, может быть. Это спасение, да? Позязи, будет спасением. О, все. Да, я сделал это. Потрачено времени, получил достижение кирпичи. Ноль. Ноль кирпичей. Боже. Так, таблица лидеров. Ну-ка посмотрим. Да. Я нашел себе я на 25-м месте. Мой счет 1376. Вот так вот. Всего здесь 46. Мест пока, то есть 46 человек поиграли в эту замечательную игру. Я, конечно, не первый, но и не последний. Я, примерно, посередине. В общем-то, у меня очень даже неплохой результат. 25. Нептунчик сделал это дело. Ну что, друзья, на этом я завершаю наше прохождение. Классная, позитивная игрушка. Треплет нервы тоже нехило, но пройти вполне реально. Ставьте пальчики вверх, поддержите мои видео, друзья, и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Ждите на канале новых прикольных и позитивных видосиков. А также зовите друзей на канал, потому что вместе всем веселее. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!